Снеговской, ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии. Аплодисменты! Выполнение комплексов рукопашного боя в составе подразделения требует от десантников не только хорошей техники, но и вырабатывает чувство локтя товарища, учит действовать коллективно под единым руководством командира. Сейчас разведчики демонстрируют свое умение ведения рукопашного боя, приобретенное за время службы. Основы изучения отработки приемов, тактики ведения поединка являются спарринги, учебные бои, максимально приближенные к боевым условиям. Один против одного, против двоих, против троих. Yeah.